Приветствую вас, друзья. Вы на канале Грибоискатель. И я опять поехал за белыми грибами. За желтиками. И я уже давно хожу. Уже отчаялся. Но все-таки. И все-таки попался грибок. Смотрите. А я думал, что все уже. Молодой. Белый грибочек. Да? Вот оно. Неужели? Уже полтора часа хожу. И вот первый гриб. Уже думал, все, разворачивался. Но все-таки пройдусь еще. Молодой. Вот здесь, кстати. Нашел я грибницу. Ну, тут шлепуны. Ну, раз есть шлепуны, я подумал, значит, должны быть и молодые. Вот видите, шлепуны валяются. Вот еще. Так что все, друзья, я на поиске. Второй беляшек. Грибов нет, друзья. Хотя бы покажу вам лес. Смотрите, как красиво светится брусника на солнышке. Вот, кстати, корзиночка моя. 5 грибов. Ну, как раз по 100 километров на гриб. Здесь немножко другой лес. Уже в подлеске можжевельник. Вот, а здесь уже рядышком же беломошный бор под сосновые боровики. А там уже другой лес. Там уже дубки, березы те самые. Жаль, что здесь, конечно, ничего нет сейчас. Наверное, уже все грибы сошли. Хорошо, хоть погода хорошая сегодня. Ага, и все-таки здесь оказался польский грибочек. Но уже такой, уже все замерзший. Такой ягель красивый. Какие грибочки. Я подозреваю, что это она. Да, друзья, горькушка. Я недавно их замариновал, баночку попробовал. Вроде вкусный бульон получился. Не удержался, я вернулся еще раз в березки.
с дубками. И все же попался один грибок, но ногу ему уже съели. Остается только шляпка. Да, печально, конечно, закрывать сезон, друзья. Ладно, мы еще поищем фламулину. Еще будут теплые деньки. Может быть, вешенка попадется. Ну что ж, друзья, все. Поеду я домой, как говорится. Вот такой вот грибной итог. Грибы, можно сказать, закончились. Правда, чудом попался один молодой. Как он? Какой-то последний. Подосик еще более-менее. А так, конечно, можно сказать, грибов нет. Но сегодня воскресенье. Видимо, вчера пробежала куча грибников. Наверное, собрали все эти последние грибочки. А я приехал вот поздно. Так что, ладно, не будем расстраиваться. Зато погуляли по лесу по-чудесному. Погода классная. С утра, правда, дождь был, но сейчас уже солнечно и приятно гулять по лесу. Так что отправляюсь я домой. Но по пути, я думаю, заеду, посмотрю, как там зонтик растет. Третий день. Так что не переключайтесь. Друзья, вот я и вернулся. Свои, так сказать, родные леса. И вот то место, где у меня зонтик растет-то. Сегодня третий день, как я его засекаю. Вот я травку на него так вот кладу. И смотрите. Смотрите, какой размер. А? Увеличился, да? Согласны? Еще за день. Уже и шапка больше стала, но не раскрылся еще. Классный зонтик. Пускай еще что-нибудь растет, а, друзья? Вдруг он достоит. Еще через 3 дня я его гляну. Вот так вот его спрячу в травке. И помните, в прошлой серии-то я тут еще ведь один находил. Смотрите. Кстати, если вы не видели тот фильм предыдущий, где я сравниваю зонтики, посмотрите. Вот здесь справа в уголочке. А? Ну, подрос немножко, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть подрос. Тоже оставим его. Вот такие вот дела. Вот так вот вырастает зонтик. Вот 3 дня, да? Как я его засек. 3 дня. О, отлично, засечем еще дальше. Зашел я все-таки в сосенки глянуть. Уже темнеет, но смотрите, гиграфор попался. Вроде как съедобный гриб. Вот еще один растет. О, 2 штучки. 2 гиграфорчика. Я их в прошлый раз пожарил. Ну, вроде неплохие. Ну, такие, как поганочки, да, друзья? Иду, значит, я по этим сосенкам. И вот, смотрите, попадаются гиграфорчики. Гиграфор ароматный, с запахом аниса. Рядовка серая, мышата. И вижу пару бугорков. Друзья, интрига. Кто же там может быть? Это он. Красавчик. Рыжуля. Смотрите. Обалдеть. Рыжики еще есть. Ох. Ну хоть что-то, а? Класс. А здесь бугорочек. Ну-ка. Глянем. Смотрите, молодые, друзья. Еще один рыжик. Оп. Ну, молодой. Вот такая вот красота. Фантастик. Вот это счастье. Вот где она.
А я ездил за 3-9 земель, а они вот они, под боком, рыжули. Оп, ну-ка, так, ха, идеальный, смотрите. Ну, кажется, или тут еще? Нет, вроде больше нету. Еще рыжик попался. Ну, чудеса. Вот так сосны. Все, друзья, вернулся я домой. Грибочки перебрал. В общем, белые, которые большие, все плохие. Один беленький хороший. Вот от него кусочки. Вон он. Рыжики, как всегда, чистые. Подосиновик пообрезал немножко чистый. Немножко чистая, шляпка такая, наполовину. И гиграфоры тоже, кстати, одни половина червивые, половина хорошая. В общем, маленькая такая жареха. Но, я думаю, будет вкусно. Сейчас пожарим и попробуем на вкус. Ну вот, пожарились грибочки. Сейчас будем пробовать на вкус. Ух, запах обалденный идет. Я чувствую, это рыжики так пахнут и беленький. Ну что ж, пробуем. Грибочки, вот они, пожаренные. Так, давайте сначала рыжик попробуем на вкус. Можно есть вечно. Гриб, который не надоедает. Обалденно. Росли бы они круглый год. А теперь попробуем беленький грибочек. О, обалденно. Главное быть голодным. Ну все, друзья, закончилось мое турне. Съездил, проверил грибы в Рязанской области. 500 километров пути, 6 грибов. А куда деваться? Проверять-то надо. Вот такая доля грибников. Ездим, порожняком бывает. Ну ладно. Главное, чтобы было настроение хорошее. Ну и, как всегда, желаю вам крепкого здоровья, друзья. Вот. И чтобы вы пошли в лес и грибочков нашли. Я думаю, они еще есть. Особенно в южных регионах. Ну все, друзья. До новых встреч. Пока.